Анонс и точная дата выхода 35-й серии турецкого сериала «Любовь на показ». 35-я серия сериала выйдет в эфир 22 февраля в 20:00 по московскому времени на телеканале «Канал Т». С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что Керем и Айше сопротивляются даже своей легендарной любви. Керем упрямый, а Айше еще более упрямее. Керем с Джейдой, а Айше с Омером пытаются показать, насколько они счастливы вместе. Однако у Керема есть несколько вопросов. Керем сомневается, вспомнив историю с кольцом от Айше и Омера. Окажется ли Керем прав в своих домыслах об Омере? При поддержке Айше Омер пытается превратить работу в мастерской в свою пользу, но каждый раз ему препятствует Керем. Мухсин получает фотографию в результате своих расследований о человеке, который обманул Кенана. Керем и Айше начинают искать этого человека с фотографии. Они следуют за подсказками, но попадают в неприятности. Убегая от людей с оружием в руках, они подвергаются опасности смерти, где они прячутся. Керем впервые переживает ужасные моменты с мыслью о том, что он может действительно потерять Айше. Сможет ли Керем спасти Айше? Как считаете вы, уважаемые зрители? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, 35-я серия сериала выйдет в эфир 22 февраля. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!